Сегодня наш акцент, конечно, на печь Берта, которую в России привезли первый раз. Есть в Китае, в Америке, во всей Европе, в Австралии, ну то есть во всем мире. Она уникальная, она единственная. Bailey's. За счет короткого времени мясо же меньше высыхает. Мы имеем тонкую, но корочку обжаренного стейка. Внутри мясо, оно мягкое, сочное, ну и вкусное. Еда, приготовленная на угле, с запахом дыма и так далее, но она всегда будет отличаться от такой еды, приготовленной в любом наилучшем пароконвектомате. Здесь совершенно другая вместимость, другая мощность температуры. Никаких альтернатив в мире не существует.